Привет всем, и это, кстати, мой новый влог. Сегодня Катя будет что? Будет пробивать себе септум и индастриал. Кто не знает, что такое септум, это дырка в носу, отверстие. Как у быка, ёбаный. Как у быка. А индастриал это, ну, вам проще будет вот на картинку посмотреть. И сейчас мы с ней идем в центр, сядем на автобус. На улице уже, блядь, что? На улице солнце, ёбаный в рот, потому что март на дворе. Но поэтому тут нихуя не скажешь, что март. Я сегодня выспался охуенно. Ты выспалась сегодня? Нет, я выспался. Блядь, что я вам хотел рассказать? Катюха мне купит еще билет, когда в Минск. Ну, вот, блядь, вот таких я просто людей не понимаю, которые... Блядь, когда я иду, сука, с камерой, значит, сука, я иду с камерой. Какого хуя, какую-то хуйню пиздеть. Вот это меня напрягает больше всего. Они думают, что это что-то ненормальное. Типа, лупиться в туза. Почему, блядь? Нихуя оно не близко, тут стоит фишай. Вот, так что... О чем я вообще, блядь, говорить? Ладно, встретимся тогда уже, блядь, на Южном. Блять, опять линза зашкварена. Вроде заебись. Погнали. Приехали на Южный. И сейчас мы идем уже к Сане. Мы вышли на одну остановку раньше, чтобы пройтись еще немного. Потому что мы слишком рано приехали. Тот самый Южный. Вот сюда я ходил в театр. Это Катенька. Так уж и быть. Ну, я знаю, на тебя никто не подпишется, но все же. Твой инстаграм будет в описании. Ой, классно. Там у нее крутые фоточки, и если хотите, пососите на ее фоточки. Что можно сказать вообще по всему происходящему? Погода говно, потому что снег, сука. Солнце, блядь, это ж класс. Солнце, сука, наконец-то. Я не знаю, что вам рассказать. Я вот сейчас уже монтирую почти каждый день и выпускаю тоже почти каждый день. Уже два видоса подряд выпустил. И надеюсь, это будет третий подряд. И еще. А мы будем тут туши лазить. Мы походим по Златке, погреемся. И еще что-нибудь можно купить. Пришли мы, короче, уже к Сане. И скоро эта дама будет... Ого. Вся в металле. Это рейтинги мне на ютубе. Чипчай, насиськи покажу. Он это продал. Давайте, короче, если, блядь, реально наберет, хотя это сложно, 100, блядь, лайков. И она показывает сиськи. Вот такие вот дела. Уже татушку будешь ставить. Вот. Пришел я такой, значит, нахал, лег сюда на эту ложу. Вот так вот. Не знаю. Включи температуру под 40. Итак, вышли мы уже в магазин. И уже сделали пирсинг. И да, сейчас Катюха пойдет на автобус. А мы в магазин. И надо помочь прибраться. И всю такую хуйню. Короче, не буду долго говорить. Погнали в магазин. Идем мы уже с магазина, короче. Вот. И идем готовить, кушать. Накупили еды. Саня, точнее, накупила котики. Короче, ладно, мы погнали готовить, кушать. Я уже поехал от Сани, да, я от нее поехал уже домой. Иду сейчас как раз монтировать вот этот вот влог. Вот так вот прошел мой очередной день. Он был насыщенный, да. Я первый раз увидел, как делают пирсинг. Так что
Ребят, я сейчас берусь реально за дело. И если вы хотите продолжать смотреть мои видосы и ждете мои видосы, не забывайте подписываться на мой канал, те, кто еще не подписаны. Потому что я хочу к лету собрать 500 моих гнидников, сука, 500 гнидников. Не подписаны? Подпишитесь на канал и поставьте просто, блядь, лайк этому ролику, если он вам, конечно же, понравился. И следите за моими новостями в Инстаграме, Инстаграм будет в описании. Все, ребят, всем пока, до новых встреч. Bam! My name is Richard, we live in the mystery, it was all fucked up.